славного города Харьков. Приехали к вам вот на отбор у Кубана, прошли в Харькове три из сложнейших тура. Очень много было сильных классных групп, но, собственно, поехали в этом году именно мы. Мы отыграли, дали року, и это, в принципе, самое главное в нашем творчестве. Планы, конечно, у нас в дальнейшем. Конечно же, наполеоновские записи, ну и, конечно же, концерты. Все дела. Все, кто присутствовал в наших концертах, они в любом случае не были разочарованы. Поклонники алкоголя, женщин, тусовок, угаров и все такое. Так что вот так вот, рок. В Киеве тоже очень классно, на самом деле. Мы приезжаем второй раз за месяц, и мой первый концерт прошел на ура, здесь сегодня немножко поменьше было народу. Но мы чувствовали энергетику от зала, поэтому мы тоже дышали совместно со зрителями.